На подведение итогов работы системы образования района за 2022 год определен рейтинг учебных заведений. На школьный пьедестал поднялись. На третьем месте средняя школа номер 4, на втором – гимназия. Верхнюю ступеньку заняла средняя школа номер 5. Средняя школа номер 5 города Сконима, занявшая первое место на районном конкурсе. Среди сельских школ третьей стала Деревновская базовая, второй – Новодевятковическая средняя, первой – Межевическая. Дошкольный пьедестал заняли дошкольный центр развития ребенка, детсад номер 14 и на высшей ступеньке рейтинга специальный детский сад. За первое место награждается специальный детский сад города.